Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели Love Radio. Мы сейчас находимся в прекрасных хоромах Кремлевского дворца, где сегодня как раз собрались все звезды российской эстрады, и мы у них попытаемся выяснить, какие планы у них на лето и вообще. Летняя тематика, и нужно сейчас быстро прикинуть в голове 5 основных планов на это лето. Избить клоуна и забрать у него такую же штуку с носа, покупаться, сгореть, потом облезть и еще раз загореть. Первый план на это лето — дать максимально количество концертов с новой программой, с новым альбомом «Твой выбор». Егор, 5 основных и главных планов на это лето. Слетать в Лос-Анджелес, больше уделять времени спорту. Как помыть кота? Я кастрировал, когда кота, его усыпили, он у меня очень долго спал. Ладно, хорошо, один раз это проканает. Потом что отрезать ему и как его усыплять, чтобы второй раз помыть? Укол вот этим, а вот так вот. Просто в ванну налил и бросает, и все, что тут. Да, и потом тебе в лицо выпрыгнет. Обязательно. Нет, дверь закрыть быстро. Не поможет, Леш. В моей жизни были какие-то очень спокойные коты, потому что я наливала ванны и буквально ставила их, и вот они вот так стояли, и я их просто мыла. Но я знаю, что некоторые кошки очень бурно реагирует на данную процедуру.